А вы не боитесь, что после снятия всех ограничений по ковиду будет резкий рост заболеваемости? Нет, наши специалисты научились контролировать статистику. Так шутят белорусы. А теперь давайте поговорим серьезно. Привет, меня зовут Валдис. Правительство Беларуси продолжает игнорировать ряд вопросов, связанных с пребыванием и въездом-выездом иностранцев в связи с распространением коронавирусной инфекции. На официальном уровне так и не были приняты нормативно-правовые документы, регулирующие порядок продления регистрации иностранцев в Беларуси и выдворения иностранцев с территории Беларуси в условиях закрытых границ других стран. Также не урегулирован вопрос получения иностранцами документов из-за рубежа в случаях, когда такие документы не могут быть получены через дипломатические представительства стран гражданства. Таким образом, некоторые иностранцы не могут осуществить административные процедуры, например, регистрация брака или оформление разрешения на постоянное проживание в Беларуси, и вынуждены находиться в неопределенности до улучшения эпидемиологической ситуации. Например, в общественную приемную Human Constant обращались граждане Молдовы, Канады, России, Норвегии, которые хотят зарегистрировать брак на территории Беларуси. Также затруднена процедура оформления белорусского разрешения на постоянное проживание, так как по закону от иностранца требуется справка об отсутствии судимости, полученная в стране гражданства. Согласно процедуре, отдел по гражданству и миграции может запросить сведения об отсутствии судимости, если иностранец не в состоянии предоставить их самостоятельно. Однако выявлен случай, когда сотрудники отдела по гражданству и миграции отказались в таком запросе, несмотря на то, что гражданин Украины не может самостоятельно выехать в страну гражданства и получить указанную справку. Что касается документов, выданных белорусскими государственными органами, то все еще продолжает действовать указ президента, согласно которому ряд документов и справок, срок которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля, автоматически продолжает действовать еще 3 месяца. Категория документов и административных процедур, опубликованная 19 мая, не была расширена и тем самым все еще не затрагивает иностранцев, которые приехали в Беларусь по визе, безвизовому режиму или временно проживающих в Беларуси иностранцев. Из последних новостей. Также существует список стран, открытых для белорусских граждан. Эти страны не требуют пребывания в карантине после пересечения границы. В их числе Черногория, Албания, Египет, Турция и другие. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.